После посещения древнего поселения Голиат, мы направляемся дальше вверх горы, по грунтовой дороге в сторону перевала Сафрцак, находящейся на высоте порядка 2,5 километров. Лучи от заходящего солнца красиво подсвечивают лежащий снег, а мы тем временем направляемся уже домой в сторону Владикавказа. Преодолев перевал, мы попадаем в Садонское ущелье и натыкаемся на обвалившуюся безымянную шахту, где велась добыча открытым типом. Там мусор, стоп, кинули. Да? Ой, я так замерзла. Здесь шахта. Продолжаем наше путешествие по ущелью и натыкаемся на опустевшее мертвое село Верхний Сгид. К сожалению, времени было немного, и нам не удалось его толком обследовать. Но историю этого замечательного поселка я все-таки решил для вас подготовить и рассказать. Основался Верхний Сгид в 1950 году, как рабочий шахтерский поселок вблизи Сгидского рудника, входящего в состав целой сети Садонских рудников, состоящий из 23 основных горизонтов, расстояние между которыми от 20 до 80 метров. Нижние 14 уровней скрыты 5 вертикальными шахтами и 3 штольнями. Верхние 9 уровней были скрыты штольнями, берущими начало в рудниках, разбросанных по всему Садонскому ущелью. Сгидский рудник, или штольня номер 17, берет свое начало на высоте 1720 метров. И по вертикальной шахте ход открывает второй горизонт Садонского рудника на высоте 1240 метров. Сам Сгид с момента его основания считался вымирающим поселком. В 1959 году в поселке проживало 3078 постоянных жителей, а в 2010 году 76 человек. Исходя из данных по переписи населения с 1959 по 2010 года, каждые 10 лет отток населения составлял около 50% от предыдущего значения. В 1990-е годы после развала СССР часть Садонского рудника была закрыта в связи с экономическими трудностями и выработкой большей части горной породы. Паша бы здесь вообще остался на пыль. Вижу, делаю. Видишь, просто так.
Ты просто так не звонишь. Да, капнуло. Я еще в шоке, как тут живут люди. Так вот. Представляешь, ты живешь в заброшенном городе. Круто. Куда он бежит-то? К нам? Привет! Да, привет! Привет. Это мой друг. Ты вообще уже не отходит. Ужасно. Что наоборот? Блохастик. Его зовут Блохастик. В 2001 году было принято решение закрыть рудник окончательно, а через год после свертки добычи произошел мощнейший сход селевого потока, уничтоживший часть ближайших шахтерских поселений Галон и Садон. Покинули многие, ну как бы сохранили, вот посмотрите, вот справа, например, вот какие-то дома сохранились, а какие-то заброшены. Классики в окна, да, там оставили? Здесь это в одно время опять что-то какое-то производство наладили. И рабочие попросили, чтобы поставили. В 2004 году на Мизуринской обогатительной фабрике в одноименном поселении, являющемся центром добычи свинцово-цинковых руд, в Садонском руднике была предпринята попытка возобновления производства по обогащению, но безуспешно, из-за истощения минерально-сырьевой базы. В итоге в 2009 году было выпущено решение о распуске Садонского рудоуправления. На Сгидском ответвлении Садонской сети рудников работы по добыче шли вяло, и шахтеры там требовались не в большем количестве, что и привело к такому колоссальному вымиранию поселка, и уже к закрытию всей сети тут проживало 204 человека. В итоге в 2013 году Сгидское сельское поселение было упразднено и включено в Мизуринское сельское поселение вместе с Садоном. После чего поселок окончательно вымер. Закрылась школа и детский сад. На сегодняшний день это мертвый поселок, в котором иногда приезжают отдыхать местные жители и жарить шашлыки. Какой дом красивый, просто вот заброшенный. Вот на этот обратите, какая архитектура вообще. Вот он телек, да, что ли? Вот, да, вот который. Ну, здесь живут. Ну, кто-то живет. Один дом, одна квартира. Большинство заброшено. А вот за ней? Ну какой дом красивый. Видно же, да, что они явно не наши. Да, наши. Да. Вот это, а вот это своей знакомой можешь смело заснять и скинуть ей. Сейчас я тебе покажу дом. Это я.
Макаси как называлось. Ладно, печка даже.